Неожиданно. Здорово. Водичка совсем зацвела. Андрюх вылавливает воду. Пахнет она так, ужас. Андрюшка, скажи hello. А ты где находишься? Андрюша где сидит? Поезд. Видите, мы в Мессенберг. Petru, haide mama. А вот так вот мы идем к морю. Вот оттуда мы пришли. За этим отелем находится дорога и наш отель. Бабушка с коляской. Здесь стоит какой-то мега корабль на приколе. А вот там вот уже начинается море. А вот и море. Сегодня волны большие. Может быть, унесло водоросли?
делаешь? Папа. Тонешь? Ты не тонешь, ты купаешься. Утром в 9 утра. Чего, Андрюшка? Давай купаться. Сейчас пойдем. Мы пришли на море. А море последние несколько дней вот в таком виде. Вот это наше море. А, сейчас найдем место, где можно купаться. Я думаю, что мы получим.
А как он сейчас возьмет солнце? Тогда он меня искать. А баба. Так у нас там много игрушек осталось. Танец стоит, да? Только и яма, Андрюх. Смотри, Андрюш, придумала. Я посмотрела парашютки по аквапарку, да, скорее всего, после трех. Я думаю, что такие браслеты одевают, чтобы отличить людей, но вряд ли. Да, еще пока доехать, самая жара. Вот вам и аквапарк. Thank you.
спасите, помогите, да, ну. Не сильно поздно вечером, часиков 6, мы поехали в цирк. Андрюш, ты куда едешь? Андрюш, ты куда едешь? На север. Не север? На север. А, в цирк, точно, в цирк. Двухчасовое представление. Андрюш, тебе понравился цирк? Андрюш? Да. Да, я говорю, что тебе понравился. А что тебе может все понравилось? Скажи, я еще не знаю, все понравилось. А, зеленый.
синие мотоциклы понравились Андрюше больше всего? Баба. А, в шарике. Мотоциклы в шарике. Да. Красота. Поедет, подойди чуть-чуть. Сейчас он съедет. Вот, да. Теперь можешь забирать.
Добрий спинку, мій ровно. Як зровні до шиї, красиво. І губки так. Не так. Отак, плечики опусти. Отак, шиї, губки. Вот так, вот, вот. Иди, папа. Может, и губки. Не, иди на ипак. Иди на ипак. Я думаю, не будем, господин. Папа, я водичку хочу. Зачем? Пить водичку, баба будет. А? Пить водичку будет, баба. Ребенка будет пить водичку. Ты черепахе говоришь? Да. Да? Черепаха услышала? Да. Андрюха, что, отдохни немножко, устал. Ты куда? Давай, тебе подправлю. Вот так нормально? Нет. Обними Андрюшу, девочка, прижми. Как вот тут? Посидите с ним дружненько, с Андрюшей. А, мило? Андрюша хороший, да? Не буду, говорит. Угу. Слышу. Так, Андрюш, а сейчас еще и ты будешь пихаться? Запечатли момент. Да, общение. Вот это общение называется. Не видно черепаху? А что у нее было видно? До этого глазки, да, были? Головка была, да? Андрюш, а ты что видел? А ты что видел у черепашки? Камера. Мы говорим, что надо попасть. Да, караул, как охотник, рыбак. Нету? А вон маленькая плывет. Ой, какая хорошенькая. Пойдемте с той стороны посмотрим. Пойдем? Да. Еще поедешь? Мила рисовала лучики, да, у нас самолет. Нет. Где? Андрюш, покажи, что вы рисовали с Милочкой. А моя и моя пайка. И велосипед. А папа, мама, папа. Андрюшечка, что здесь есть, Андрюш? Это что, шарики? Шарики? А еще что есть? Это что такое? Это. Квадратики сдавать. А это что? Кораблик. 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 Кораблик.
Давай, ножки сгибай вот так. Давай, прыгай, прыгай вот так. Мы ездили по морю, повидаться с нашими мурманскими друзьями. И сейчас ждем автобуса обратно на Солнечный берег. Так. Еще, ну давай еще.